Здравствуйте, уважаемые телезрители. Начало каждого года должно знаменоваться положительными, яркими событиями. В Южной Осетии после долгих новогодних каникул ярким запоминающимся событием стал очередной, ставший традиционным конкурс «Человек года», организованный Комитетом по молодежной политике и спорту Республики Южная Осетия. Среди достойных, как всегда, студенты и сотрудники Юго-Остинского государственного университета. Уже третий год, с 2018 года, премия «Человек года» выявляет лучших в своей области деятельности представителей той или иной профессии, особенно среди молодежи. В 2021 году среди определенных 15 номинаций «Врач года», «Надежда года», «Доброволец года», «Проект года», «Студент года», «Художник года», «Достижение года», «Голос Осетии», «Золотые руки», «Миссия доброй воли», «Экологическая инициатива», «Музыкант года», «От сердца к сердцу», «Наставник года», «Команда года» два присуждено студенту и сотрудникам ЮОГУ. Премии «Студент года 2021» удостоена студентка специальности «Русский язык и литература ЮОГУ» Ланда Кукоева. Премию лучшему студенту года на сцене Юго-Остинского государственного драматического театра вручил ректор Юго-Остинского государственного университета Вадим Тедеев. Номинация, которую я бы никогда в жизни не получил. Даже если бы я поступил на второе, третье, четвертое высшее образование. Номинация «Студент года». Студент – это без преувеличения будущее нашего государства. Студенческая жизнь – это время для совершенствования и открытия новых возможностей для развития. Образ студента украшен множеством стереотипов. Он беден, голоден, всегда хочет спать и не хочет честно учиться. Но студенты единственного вуза Республики Южная Осетия всегда отличаются упорством и стремлением к лучшему. Главная цитадель специалистов нашей страны создала все возможности для будущего наших студентов, тем самым разрушив все стереотипы. Номинация «Студент года». Для награждения на сцену приглашаем ректора Юго-Осетинского государственного университета. Под ваши аплодисменты. Вадим Анатольевич Чигеев. Аплодисменты. Я бы хотел отметить, что прекрасно спела Марта Харепова, сколько вообще звезд дарит республике и всему миру Юго-Остинский государственный университет. Это и недавно еще, которые у нас закончили, Таня Тедеева, Влада Албарова, Анна Кукоева, Любаша Дьоева. И многие-многие другие наши звезды, у которых иногда даже мои близкие друзья берут автограф. Я еще хочу добавить, что когда от нас уходят, уходят чисто образно, они все-таки сердцем и душой остаются в университете, то растут другие звезды. Это сестры Габараевы, здесь в зале сидит Игорь Тедеев, запомните. Это имя, он еще себя покажет, студент второго курса факультета театральное мастерство и многие-многие другие. Как я уже отметил Анну Кукоеву, она, будучи волонтером в Красной Зоне, снимала фильм, фрагмент которого вы увидели сегодня с экрана. Я хочу отметить, что на самом деле Юго-Остинский государственный университет – это не только образование, наука, это еще и культура, это спорт и это еще и геополитика. Прошу не путать с политикой. Я хочу сказать, что студенты и сотрудники вместе с их ректором живут от сессии до сессии. К сожалению, остальная часть республики живет от выборов до выборов. Я хочу сказать, что номинация «Студент года», она не совсем может правильная, потому как я даже не могу себе представить выбрать одного студента, обозначить его как лучшего студента. У нас их десятки. И, безусловно, кто бы ни был обозначен студентом года, вы знаете, что их у нас десятки, как я уже сказал. Это не самый лучший студент, кто бы этот человек ни был. У нас их, я еще раз говорю, много, к счастью. Вадим Анатольевич, назовите нам имя
студента, у которого с этого дня сессия мехом. Студент года Кукуя Воланда. Кукуя Воланда! Воланда Кукуя. Студент факультета русской филологии Юго-Осетинского государственного университета. За все 5 лет учебы показал себя способным и прилежным студентом. Имеет абсолютное отлично по всем дисциплинам. Является именной стипендиаткой. Будучи студенткой, работает в школе и уже проявил себя как настоящий профессионал. Аплодисменты, друзья! Ладно, тебе вообще ни за что не переживаю. Добрый вечер всем. Я бы хотела сказать несколько слов. И в первую очередь я хочу сказать спасибо Вадиму Бутазовичу за то, что он для нас делает. И хотела бы сказать спасибо своей судьбе, что я выбрала именно Юго-Осетинский государственный университет для получения высшего образования. Лучший университет во всем мире. Спасибо за все. Спасибо. Ланда Кукуева, она будущий русист, в этом году заканчивает факультет русской филологии. Это надежда всей республики. Запомните ее тоже. Спасибо. Спасибо, Тамбург. Спасибо, Иван. Спасибо. Аплодисменты, друзья. В номинации «Достижение года» победителем стал альбом «Хуранзор Эдмай», прорвавшегося на музыкальный олимп дуэта Марии Кодалаевой и Любы Джоевой. Яркая, талантливая нация, в которой есть великие музыканты, спортсмены, врачи, добровольцы и многие другие. Большинство из этих людей стали великими благодаря поддержке своего народа, близких и родных. Мы все безмерно радуемся каждому их достижению. Номинация «Достижение года». Для награждения победителя в этой номинации на сцену приглашается министр культуры Южной Осетии Жанна Виссарионовна Засеева. Аплодисменты! Я радуюсь тому, что мне предстоит кого-то сегодня озвучить, фамилию назвать и назвать это достижением года. Очень волнительно, трогательно и интересно. Тогда, Жанна Виссарионовна, приступаем к процедуре. Достижение года – альбом «Хуранзор Эдмай». Прекрасные исполнительницы Любовь Джоева и Мария Кодалаева внесли неоспоримый вклад в развитие осетинской музыки. В 2021 году Люба и Мария выпустили совместный альбом, автором произведений которого является сама Мария. По текстам прекрасных песен можно определить, что в них вложена душа. Персональные шоколадки для таких людей. Я попробую просто сказать, как они называются. От офисных страданий шоколадка. Анси разозлит. Девочки, вы меня слушаете? Антистресс. Шайверный доступ. Прощал всех и все ошибки на сцене ведущему
тоже персональная маленькая шоколадка. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем организаторам. В слове я не ас, как Маяковский писал. И любишь стихом, а в прозе не имею. Вот не могу сказать, не умею. Так же и я. Люблю песни, а вот в прозе, ну никак. Скажу спасибо организаторам. Это было неожиданно для меня. Мне только что сказали за кулисами, что нужно мечтать, потому что мечты сбываются, как бы мы это знаем, но действительно, моя жизнь, я мечтала о такой жизни с детства, и вот сбылась моя мечта, я на сцене, я пою, пишу песни, и спасибо вам огромное за ваши сердца, что вы слушаете и принимаете. Мария, поздравляю, молодец, Люба. Честно, я просто знала всех победителей, потому что я им помогала, и до последнего скрывали просто. Я хочу просто их поблагодарить за то, что нас не перестают верить, и это прям очень классно. Спасибо всем. Спасибо. Молодцы, девочки, поздравляем вас. Молодцы. Дальнейших успехов.